Специалисты службы технического контроля продолжают техническое и экспертное обследование машин, механизмов и оборудования повышенной опасности, находящихся в режиме ожидания. В феврале дефектоскописты СТК, лаборатории неразрушающих методов контроля, работали в центральном зале второго блока, проводя экспертное обследование мостового крана для разгрузочно-загрузочной машины. Сегодня мы проводим работы по экспертному обследованию крана мостового для РЗМ. Данная работа проводится в соответствии с графиками и нормативными документами. В формате экспертного обследования проведена работа по контролю магнитно-порошковому, капиллярному и ультразвуковому. Также проводились работы по визуально-измерительному контролю до проведения этих работ. Места контроля определяются экспертом техническим в соответствии с более нагруженных и самых уязвимых опасных мест. Экспертное обследование и при необходимости мероприятия для продления ресурса оборудования центрального зала второго блока проводятся в рамках реализации комплекса мероприятий, входящих в программу ОЗИК, окончательного закрытия и консервации первого, второго и третьего блоков, утвержденной ГРУ. Напомним, что в соответствии с выбранной стратегией снятия ЧАЭС с эксплуатации предпочтение отдано раннему извлечению технологических каналов и каналов СУС. Демонтаж ТК и СУС из пространства реактора будет проведен по штатной схеме, применяемой ранее во время ремонтных кампаний при эксплуатации блоков, с использованием существующего грузоподъемного оборудования и приспособлений, после чего извлеченные ТК и СУС будут переработаны на линии измельчения длинномерных отходов.